Что объединяет две даты: 24 июня 1945 и 24 июня 2020 года? Давайте разбираться. Сегодня, 24 июня 2020 года, как и ровно 75 лет назад, во знаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошел парад Победы. В знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны по главной улице Артема, под музыку духового оркестра прошли парадные расчеты подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики, МВД и МЧС Республики. Также курсанты Донецкого общевойскового командного училища, активисты юнармии и народной дружины Донецкой Народной Республики, а также раритетные и современные образцы военной техники. Первый же парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков. Каждый полк насчитывал свыше 1000 наиболее отличившихся бойцов, в том числе героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями. Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1400 музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 35 тысяч военнослужащих и около 1850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. Марш сводных полков завершила колонна солдат, которые несли 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь 80 барабанов были сброшены к подножью мавзолея. В 11 часов вечера из 100 поднятых зенитчиками аэростатов вылетели 20 тысяч ракет, а на земле устроили фейерверк. В конце праздника в небе было высвечено полотнище с изображением Ордена Победы. А я напоминаю, вы смотрите новости от Крупской. И далее коротко о главном. На следующей неделе вас ждет множество интересных мероприятий и встреч. Заходите на наш сайт и знакомьтесь с виртуальной выставкой, посвященной 120-летию маленького принца Франции Антуана де Сент-Экзюпери. Ему, как никому, удалось соединить в творчестве полет профессионального летчика с полетом фантазии писателя. Для участников проекта «Активное долголетие» и для всех желающих пройдут тематические встречи в клубах декоративно-прикладного искусства, в клубе «Английский с нуля» и «Изобретатель». А на страницах социальных сетей читаем с любимыми актерами донецкой муздрамы произведения русской классики. Напомним, что возобновилась работа спортивного направления проекта «Активное долголетие». Приглашаем всех желающих заняться гимнастикой и йогой на открытом воздухе. Подробности можете уточнить по номеру телефона, который вы видите сейчас на своих экранах. А это были новости от Крупской. Увидимся в следующую среду. Оставайтесь с нами!